Доброе утро! Доброе утро! Дорогая церковь, я рада приветствовать каждого из вас лично. И я приглашаю сейчас подняться нас на наши ноги, да, чтобы благословить, прославить нашего Бога. И я хочу зачитать 17-й псалом. Он у нас сегодня по графику, но он такой классный. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Аарона, Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящиеся Господа, Он благ, ибо вовек милость Его». Господь, Твоя милость вовек, она неизменна, Боже, и Ты неизменен, сколько бы лет или веков ни прошло, Ты остаешься все тем же благим, любящим и верным Господом. Мы славим Тебя, Господь, мы прославляем Тебя, Господь, мы возвеличиваем Твое имя, потому что Ты благ для своего народа. Нашего Бога.
Ты наша защита, ты наше упование, ты наша надежда, ты наш Господь, ты наш Господь, скажи, ты мой Господь, ты мой Господь, который вывел меня из Египта, ты мой Господь, который вывел меня из проблем, ты мой Господь, который всегда рядом со мной. Аминь.
же славу достоин принять. Агнец Божий заклан за нас. Агнец Божий славу достоин принять. Агнец Божий заклан за нас. Агнец Божий славу достоин принять. Агнец Божий заклан за нас. Он достоин, достоин, достоин. О, это благодать! Славим, 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 превозносим Тебя, Господь, за Твою благодать, Боже, которую мы не заслужили, Господь, за ту благодать, Боже, которой мы не были достойны, Господь, но Ты излил, Боже, на каждого из нас, Боже, не меры. Ты излил, Боже, Духа Своего Святого. Ты излил, Боже, благодать. Дал нам силу, дал нам власть, дал нам честь и привилегию называться Твоими сыновьями и Твоими дочерями. И это не просто сегодня название, это не просто слово «сын» и «дочь», но в этом есть сила, и в этом есть власть являться сыном и являться дочерью. Это не просто слово сегодня в твою сторону, но это есть сила твоя, что ты сегодня ребенок Божий. И мы славим, мы поклоняемся тебе, наш великий всемогущий Бог. Мы здесь, Боже, на этом месте, Господь, чтобы встретиться с тобой лицом к лицу, Господь. Чтобы петь, чтобы веселиться и радоваться в твоем присутствии, Господь. Чтобы возносить Тебе слова хвалы и благодарности, потому что Ты достоин, Господь, за все, что Ты совершил в нашей жизни. Ты один достоин, Господь, принять всю славу, всю честь и всю хвалу. Воздай Ему всю славу, Он достоин. Я дитя царя.
Мы говорим
Тебе Боже спасибо. Спасибо за все, что Ты сделал в нашей жизни. Спасибо Тебе за ту работу, Боже, которую Ты совершаешь в наших сердцах. Спасибо за то, что привлекаешь Свой свет, за то, что привлекаешь Свой дом во дворы Твои, Господь. Мы говорим Тебе, Боже, спасибо, потому что мы осознаем, что сами мы не можем, Господь. Но Ты пробуждаешь жажду, Ты пробуждаешь ревность, Ты пробуждаешь дух наш, Ты пробуждаешь в нас эту благодарность, полную славу Тебе, Господь. И мы, Боже, отдаем, Боже, это все только Тебе, Господь. Все только Тебе, Господь. Мы любим Тебя, мы ценим Тебя, Боже, мы благословляем Твое святое имя, Господь. Здесь, на этом месте, Господь, и везде, где бы мы ни находились, пусть славится имя Твое, пусть превозносится имя Твое. На каждом месте, где ступит нога наша, пусть придет Царствие Твое, Боже, и пусть будет воля Твоя во веки веков. Аминь. Аминь.